Ну что, вопрос зрения закрыли, теперь закроем вопрос сохранения молодости. Да, и для этого мы приехали в салон Idol Face. У них как раз совсем скоро открывается второй салон. Говорят, после первого массажа лица сразу же виден эффект. Подтянутая, молодая, красивая кожа. Мы будем сегодня это тестировать, потому что пока что верится с трудом, но заверяют, что так все есть на самом деле. Пойдемте! Ла-ла. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. По процедурам мы обязательно пройдемся, но мне интересно, я впервые вижу, у вас написано уникальная экологическая концепция. Да. Экологическая, объясните, пожалуйста. Ну, мы пытаемся донести до людей, что без ботокса, без филлеров, без вот этих вот инъекционных вмешательств всяких можно активировать естественную красоту у каждой женщины, ну и мужчины тоже. Ага. Елена, вот когда это говорят, у меня сразу же вопрос. Ну, насколько это работает? Вот честно, ну как можно без филлеров? Мне кажется, сейчас каждая девушка себе что-то вкалывает. Ну, это мгновенный результат, да. И что будет дальше, мы никогда не знаем, как наше тело, наше лицо отреагирует на эти инъекции. А здесь все, ручная техника, она собранная по крупицам. Я дико извиняюсь за личный вопрос. У вас просто прекрасный вид лица, у вас кожа спасибо. Невероятная. Идеальная! И вы, соответственно, вот этими же техниками, вот... Да, вообще, в принципе, 2 года проходила также курсы телесного массажа, потому что мне они были необходимы. Вот. И в домашних условиях я сама делала себе массажи лица камнем гуаша, микротоки. И на себе испытала, что это такое вообще, как это действует. И получила результат, который меня удовлетворил. Поэтому вот я решила, что Idol Face должен помочь всем остальным. Круто. Чтобы вот именно в массы унести вот эту вот идеологию, нашу естественность и активации именно естественности. Я, во-первых, хочу быть так же, как вы, красив. Отсюда вопрос, да. Как понять, что вообще вот, ну, мне или там Тане нужен фейслифтинг? Ну, вообще, в принципе, у нас, получается, есть 2 технологии. Это фейслифтинг и лимфодренажный массаж. Лимфодренажный, он нужен всем, абсолютно. Мы каждый можем утром проснуться, отечные, там, вечером попили много воды, чая, там, или еще чего-нибудь. Вот, поэтому в любом случае лимфодренажный массаж, он как лечебный еще идет, оздоравливающий, то есть заставляет нашу лимфатическую систему включить все процессы необходимые для нас. Вот. А фейслифтинг – это более такой прорабатывающий, работающий с мышцами массаж, поэтому он может чередоваться, лимфодренаж и фейслифтинг. Но это примерно какого возраста? 25-летняя девушка, наверное, конечно, еще молода? Нет, нет. Почему? Уже... Лимфодренаж обязательно, он может быть вообще в любом возрасте. А мужчина, если... женщина, неважно, он нужен всем. А если нам 35, то это уже надо... Это уже приговор. Это уже подтяжку нужно делать. Ну, фейслифтинг, да, фейслифтинг, он в любом случае будет такой более эффективным. Но фейслифтинг можно делать раз в неделю. И также, допустим, чередовать потом 2 раза лимфодренажного массажа, потом снова фейслифтинг. Есть у нас еще такой буккальный массаж. Он прорабатывается изнутри, через рот. Все у нас в перчаточках, все обрабатывается. Что я хочу уточнить еще? Вот мы же говорим, что многое можно делать дома, а вот после процедуры у вас здесь дополнительно дома что-то нужно делать? Ну, мы рекомендуем, конечно, домашний уход. У нас есть различные девайсы, которые мы также в процессе массажа, как бы мастер показывает клиенту, как ими работать, рассказывать. Если есть вопросы у клиента, отвечаем на них. Это очень достаточно легко, и каждый это сможет сделать. Также у нас косметика наша, она профессиональная и подходит для домашнего ухода. Мы сами на себе ее испытали, я сама лично пользуюсь этой косметикой, и мы ее рекомендуем российского производства, вот Ангиофарм. А я еще видела ваш патчи. А у нас, да, есть Idol Face патчи наши. Они XL размера, прям вот захватывают зону огромную. Можем попробовать? Обязательно. Нужно. Хочется. Виктория, вы знаете, что это лучшее, что со мной было за последние десятилетия? Екатерина, мужчины часто приходят на процедуру? Да, он часто. Что больше всего любит? Ну, конечно, массаж тела больше, но на массаж лица тоже ходят. Не так часто, как на массаж тела, но да. Считаете, у вас плюс один клиент? Да. Прекрасно.
это что за вибрационный ролик? 3D-ролик специальный для корректировки овала лица. Он за счет ролика происходит защит, и за счет вибрации идет массаж. Мне кажется, после одного этого ролика уже все. Минус 40 лет 100%. Тот самый момент, когда что-то нужно сказать, вот такой возможности не предоставляется. Мы сейчас должны это как-то прокомментировать, но это невероятно тяжело делать, потому что вязкость языка, это было лучшее, что было с нами за последнее время, я вам клянусь. Это было нежно, это было релаксирующе. Важный момент, который хотим у вас уточнить, потому что мы сейчас находимся на улице Протазанова, у вас на улице Мельникайте, если я насколько... Да, мы открываем второй филиал нашего Танин салона. Танин день рождения, на секундочку. 19 ноября. Да? Да? Ой, я вас тогда приглашаю. Что там будет 19 ноября? Будет открытие, фуршет, ну, зона будет красиво украшена шарами, у нас будет беспроигрышная лотерея, будут акции, различные подарки. Ну, подарки в плане того, что вы покупаете один абонемент, второй вам подарок. Слушайте, я да, это очень выгодно за один абонемент приобрести сразу два. Можно его будет передарить, можно будет воспользоваться самостоятельно. Но это не все, будет еще. Ну, там уже будет сюрпризом. Так что я там заодно отвечу свой день рождения. 19 ноября, теперь вы знаете, что вам точно нужно делать. Смотрите, я не могу говорить, боже мой, спасибо вам огромное за это. Елена, это лучше. Все в Idol Face. Это была Примерка ТВ. Таня Фридрих. Андрей Сапегин. Все, пока. Спать.